Не моя альма-матер. Надо было рано утром ее, чтобы солнце сюда било. Конечно, мы не могли мечтать сейчас вот здесь, что построят такую здесь. Магазин был там продуктовый, рядом промышленные товары в то время. Я же не жил в Заречном, на Нагорном. Нас туда возили, сначала на грузотакси, потом на автобусе. Ничего здесь асфальтированного, конечно, не было вот этого. Мне главное-то вот на память мою школу ставить.